Hola amigos, mi nombre es Алена, и usted en el canal Caracol Life PTY. Всем привет, мои хорошие. Смотрите, я вам в прошлый раз показывала, как только выпустили свои стрелочки эти. А смотрите теперь, какие они большие уже. Вы видите? Этот уже вообще скоро будет цвести. Смотрите, вы видите? Вот они какие красивые. И длинная, смотрите, какая она длинная. Вау! Так, вот эти тоже, вот они маленькие. Здесь еще вон тоже, смотрите. Потом вам покажу, как они зацветут уже. Здесь еще вон вовсю. Уже такие длинненькие. Вон. Конечно, от света. Вот она. Вот она такая длинная. От солнышка ничего не видно. Из-за солнышка. Снимаю вам, а сама даже и не вижу. Ну, по крайней мере, показала. Теперь сниму, наверное, через недельку, когда они уже зацветут. Видите? Ой, где тут? Вот. Не вижу. Видите? И это вот такая длинная уже. Скоро-скоро зацветут. И вот это, она уже тоже, смотрите, какая. Против солнца снимаю, ужасно, правда? Но здесь, наверное, явно будут такие какие-то фиолетовые цветочки, потому что прямо сами вот эти пимпочки, они такого фиолетового цвета. Ладно, подключусь попозже. Ребятушки, прошла неделька, все цветет, все красивенько. Ну, смотрите, это все-таки мне нравится Веронера хавайяна. Красиво она цветет. На одном кустике несколько цветочков. Смотрите, как здорово. Несколько цветов или оттенков. Здорово, правда? Ну ладно, я вам решила же орхидею показать, а не Веронеру. Уже, видите, начинается. А одни уже фиолетовенькие расцвели. Вот такие. Сейчас покажу другие. Но только-только это первые цветочки. Это тоже. Вот уже скоро-скоро. Это какая-то как будто бы засохла. Хотя не засохшая, но вот эти, видите, еще, наверное, это другие. И вот. Вот она, красавица. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я в восторге от этих цветочков. Какие-то они такие мелковатенькие. Но все равно красивые, правда же? Видите, какие они маленькие. Но красивенькие. Цвет красивый. Вот эти поставили в тенечек, потому что они солнышком подпалились. Но надеюсь, что они оживут и будут цвести. Ну ладно, покажу вам попозже еще, когда вот этот распустится. Видите, какие жирные. Посмотрим, тут то ли заморозки были, то ли солнце. Я не пойму, почему они так почернели. От солнца, наверное. Ну что, подключусь к вам еще через дня 3-4, покажу, когда уже все распустится. Красивые пальмочки, солнышко, лафа. Итак, мои хорошие, прошло еще несколько дней. Ой, я все тут любую, смотрите, Веронерой хавайяна. Видите, какие у нее красивые все-таки цветочки, правда? И беленькие, и розовенькие, и кустики такие красивые. А еще хотела вам показать, как пальма цветет. Видите, какие красненькие ягодки, семена. Сначала они такие зелененькие, а потом становятся красненькие. Видите, красиво, правда? Вот еще одна пальмочка. Вообще, хотела вам другое совершенно показывать, но что-то мне так понравилось. Такие красивые бумбушки висят, пумпончики. Просто класс. Ладно, возвращаюсь к орхидеям. Ну, вот такие цветочки. Вот она уже, видите, как верхушечка еще не распустилась, но вот эти уже распустились. Но они маленькие, ребят. Вот, по сравнению с моей рукой, видите, не такие уж большие. Я люблю все-таки более крупные, как филенопсисы. Мне нравятся.
Эти еще вот только-только на подходят. Но они тут все одного цвета, если честно. И другие убрали солнышко, потому что, видите, солнышко сожгло. И вот такой вот бутончик. Присяду, покажу вам снизу. Вот они такие красивые. Вот это тоже, видите? Вот такой красавчик. Не знаю, что это за сорт, но у них вот такие, как эти пимпочки. Видите, откуда цветочки растут. Вот на этом я заканчиваю. Решила еще беленький показать. Красивенький кустик. Заканчиваю свой коротенький такой фильмец про орхидеи, но заодно еще вам и другие цветы показала. Видите, как интересно получилось. Все, всем спасибо, что были со мной. Спасибо, кто меня смотрит. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем пока-пока. Чао-чао.